ТО «Штадлер Казахстан» – подразделение швейцарского концерна «Штадлер Рейл», мирового лидера в железнодорожном машиностроении. Предприятие запущено в 2023 году в Астане и стало первой производственной площадкой «Штадлер» в Центральной Азии. Все технологические работы – от сварки и покраски стальных кузовов до установки пневматических и электрических компонентов – локализованы и выполняются на заводе компании в столице. Склад завода обеспечивает полный цикл внутренней логистики. Здесь принимают товар, размещают его в ячейках и своевременно передают материалы в цеха. Производственный процесс начинается с производства кузова, включающего сварку различных элементов, боковых стенок, оснований кузова, сварку в главном стапеле, а также проведение измерений. Именно здесь закладываются прочность и точная геометрия будущего вагона. После сварки кузов проходит дробеструйную обработку. Затем многослойную покраску в окрасочных камерах, обеспечивающую защиту от коррозии в условиях сурового климата Казахстана. В цехе электроподсборки выполняются работы по сборке, монтажу и проверке электрических шкафов и компонентов, предназначенных для установки в пассажирские вагоны. На участке сборки тележек устанавливают компоненты для ходовой части вагона. Сначала первичную систему подрессоривания – рамы, колесные пары и тормозную систему. Затем вторичную систему подрессоривания – траверсу, амортизаторы и стабилизаторы. Далее на участке подвагонного оборудования собирают каналы, в которых прокладывают пневматические и высоковольтные межвагонные магистрали. Сборка – это ключевой этап, на котором вагон приобретает завершенный вид. Здесь монтируются окна, двери, воздуховоды, электротехнические шкафы, климатические модули, мебель и системы пожаротушения. Именно здесь из пустого кузова формируется готовый вагон. В цехе запуска проводится финальная проверка. Специалисты проводят статические и динамические испытания, проверяя работу всех систем – от электрики и климат-контроля до дверей и сигнализации. Это завершающий этап, на котором вагон получает подтверждение готовности к эксплуатации. Помимо производства, компания обеспечит полное техническое обслуживание вагонов на протяжении 20 лет. «Штадлер Казахстан» – отечественный производитель вагонов по швейцарским технологиям.